Ну, сложная игра. Вот. Как я сравнивал со Сморгонью, игра быстрее прошла, с Шахтером как-то все дольше было. Вот. Старались, хотели победить. Вот. Во-первых, доказать городу, что мы не просто так, и очень хотели выиграть, и ну, чтобы город отпраздновал это. Вот, значит, и что игра со Сморгонью была осечка, вот, что ну, мы покрасили голову в зеленый цвет, и мы хотели показать болельщикам, что мы всей душой с командой, вот, но не получилось тогда, а получилось здесь доказать, и мы этому очень рады все. Ты второй матч в основе и два матча на ноль. Как твои впечатления, эмоции? Ну, это то, к чему я шел, это то, к чему идет каждый вратарь, да, то есть сухой матч, это приятно. Вот. Ну, во-первых, командные действия помогли мне этого достичь, и очень приятно, да. То есть воспринимай это как должное, потому что я работал, и все мы работали, делали одно дело, и, значит, не просто так. Как ты в целом оценишь сезон, как для команды, так и для себя лично? Насколько он получился, может быть, не получился? Ну, я думаю, что для команды «Гомель» это выдающийся сезон. Ребята, ну, команда вышла с первой лиги, да, вот, ставились минимальные задачи, в итоге добились четвертого места, но по ходу сезона могли, но, к сожалению, не получилось в призы попасть. Вот, я думаю, что для футбольного клуба «Гомель» это более чем успешный сезон. Вот, а что могу сказать за себя? Ну, скомканные какие-то ощущения, да, с одной стороны. Так закончилось, и это есть хорошо, есть приятно, но хотелось бы, конечно, больше сыграть. Не получилось по тем или иным обстоятельствам. Я старался доказать, что я тоже могу играть, но это выбор тренера, значит, он так решил на тот момент. Теперь пришел мой час, и я думаю, что я помог команде. Вот. Сегодня очень много в плане четвертого места, да, зависело от матча «Рух» «Динамо». Угу. Когда узнали вот счет матча и вообще как узнавали во время игры сегодняшнего результата? Во время игры точно нет. Больше того скажу, что после игры я тоже об этом не знал. Я даже не интересовался, как они сыграли. Вот. Моя задача была сегодня и команды в целом прибить «Шахтер». Вот. Что у нас и получилось. Вот. Все ребята молодцы, тренерский штаб. Мы все очень этого хотели и, соответственно, выполнили это.